Пусть тренируются, а то расслабились. Кто Виталик? Кто расслабился? Ты. Да и ты там, и Лёша там, кстати, смог, может, параллель вчера там ластимом релил. В смысле? Я не релил рески. Ты видел, чтоб я когда-то релил реску? Я видел. Я тоже видел. Ну вот, блять, вы придумали это все, вы понимаете? В смысле, мы тогда еще до нуля доводили, а потом свет выходили. Нет, я тогда ни разу не рейдил. Чем у нас. Я тебя тогда еще учил за БДК танчиться. Не, ну это вряд ли такое было, конечно. А, ты еще скажи, что сука, ланхолики 39 меня передумал, блядь. Никто же в это не верит, ну кому ты расскажешь? Это было. Где, блядь? На X5? Здесь. Значит, Урен был, АДК. Бля, псих, короче. Самогон рассказывал то, что хочет тебя отсосать. Да нахуй! Злой, блядь, не пали нахуй, ёбан. Ты как пидор поступаешь. Ну, то, что ты хочешь у него отсосать, тупой. Блин, а чё с меня сняли модератора канала? Бог сосал, значит. Да, ну это ты не достоин. Вот себе еще участника сняли. А почему ты меня участник? Да верни ему участник. Самогон обидится и уйдет. Ребят, ну что вы делаете? Самогон, подай заявку. Скорей. Кто тебе вообще, блядь, тут модера дал? Мне? Да не помню, ты при. Мне ты Боб, по-моему. Который не помню. Я понял. Сука, насосал уже, да? В первый день, блядь, модерку насосал, наверное. Дима, ты же лак сошел. В БТ, блядь, да? Так вы что там? Вы что ничего не делаете? Я пока могу поговорить. Вы все равно все мочите, Варка. Чекайте бафы сразу. Че вам хватает, не хватает, нет? Лапы, я вижу, у вас нету, блядь. Зато друиды там что-то делают. Очень. Ну, вот, рекаунт линкануть, 4 кнопки нажать, баф нажать, это одна, блядь, кнопка, да? Что же сделать? Что, мы друиды рекаунт линкуют или что? Виталик, побудьте реном, тогда совсем не хочется на ним рейд идти. Я ничего против нее не имею. Она, походу, против она имеет что-то против себя. Я знаю. Войд, зачем ты остановился? Ты же надежда как бы этой гильдии. Иди, пожалуйста, МТш. Пуль босса. Войд. Бейте себя, Славик, меня. Славик, вперед, Славик, вперед. Пошли, пошли. Слава, Слава, ну что? Пусти на мамонте, пошли на мамонте. Славик, пошли. Слышишь? Славян, я реально говорю, пуль босса. Че? Там самогон хочет в БДК пойти, а я типа Дима. Хуй с вами, значит. О. Выходите быстрее с инста, когда не вешаете. Самогон хочет тапки, не иди, не иди, Войд, не меняйся. Да я все равно тапки не выношу, ППР. Блять, да я пойду, да я пошел, да, пошли, чё. Ну я не хожу на это уже, на ДК. Войд, Войд, зачем ты ролил волю, Войд? Зачем ты волю ролил ЦЛК? Блин, еще и ливнули, спасибо. Да, те, кто ливает в бою, для вас отдельный котел в аду. Пидоры. Пидоры. Сука. Войд опять подтвердил, да, свой статус? Нет, это самогон был. Войд и самогон, ну там, это все свои, все нормально, не новость. Я дал крип на 100 кров, сегодня два раза подряд выкинул соточку кров. У меня тут слот есть, Дима, ты берешь? Берем. Я ж тебе отдал ленточку, чё надо? В смысле, чё надо? У меня слот есть. Пойдёшь протопалом, если тебе я на демона зайду? Не, я это, я в нации. С кем? Не знаю, сейчас скажу ники. Мохито, Империи, Скокс, Хаос, Андуин, Хаоль, Денискин, Хайдер, Кисик. Спасибо, мизантроп. Чё? По-моему, это как осен. Как осен. Слышь, Марат, знаешь, кто ты? Ты гомосек ебаный, блядь.
меня нету протопала, у меня есть протовар. И он тоже к вам подбегал? Ну, протовар, мне какая разница. Я демоном все пойду спокойно. Там у вас фулпак, я чё-то нифига не вижу. У вас туда нефиг. А. Я себе фласки передавал просто. Просил бы фласку, что я тебе фласку не дам бесплатно, чешу. Чешу. У меня свои есть, просто забыл у нас, передать. У нас один слот есть, кто в РС 25 гер плюс аните? Вы в курсе, что сегодня просто ссылка упала 5 покорителей? Я просто офигел от жизни. Виталий, если шо, на милишмот 56 ПР. На милишмот. Милишмот 56 ПР? Нифига себе. 56. Там лотарки на чешку. У тебя такой большой ПР, Ван. Так что валите обратно на своих персов. У нас 3 танка или 2 танка? Прискать спектниц пока в танк, они все равно где-то в жопе там. У нас нету шкафа, чтобы их присуманить. Может быть просто... Ну, одень танкошмот, и все, двух хватит. Потанчить? Да я могу тоже двух потанчить, просто рискать танкошмот. Одень, васап начинай. Дайте кулак по БДК. Ну, по БДК. Два танка, подождите. У нас 3 танка. Три танка у нас, блядь. ДК, акр и все. Ну, акр, а он дали рискат. БДК. Говорит, ДК, Даня, акр и все. У нас 2 танка. Не, у рискат акр, а Даня сверху. У меня был не в ренже. То есть ты Даню не считаешь за танк, да? Ты нахер. Дайте крик на хп. Ну какие у нас фурики послушные. Эти таунты в основу. Ой, ты сколько тебе хосты? О, много. Как ты установил всех чаров? Ты закинул 1500 рублей на счет? Да нет, там же 300 бонусов какой-то день начисляли, у меня там был на аккаунт. Да-да-да, рассказывай. Да там интегрируют шмотки. Знаешь, только войды могут в такое поверить. Нормальные люди не верят в такое. Как-то жестоко было, только войды, блять. Сука. Не, ну так в натуре был день, когда начислялось на вопрос. Святилище. Вот еще один вой подъехал, Войд. Но я думаю, на всех персонажей не хватило бы этой суммы. Так у меня на разных. Черные драконы явились из ниоткуда. Если только так. Мы даже не успели понять, что происходит. Подождите, негрите. Причем тут разные аккаунты, к одному аккаунту там, где ты восстанавливаешь перса. Не давали нам по 300 бонусов. Подождите, негрите, босса. Чего не давали? Я помню, типа, что давали по 300 бонусов. Я еще да, добавил. Была такая хуйня. До откатов давали. До откатов, там еще профа была, X3. Бара, на хп кричим. Пулю, не? Пуля. Да, го. Я не знаю. Настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герой, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно. Их нужно... Слуги, обратите их в пепел! Леш, ты понимаешь, если аккаунт был активный в тот день, то он мог, типа, если там не было бичара, получить эти 300 бонусов. 9 декабря начал. У меня в тот день. Да, бонусы давали за то, что типа ты в этот день в игру заходил, неважно каким персонажем вообще. А, это на Новый год, что ли?
Нет. Короче, там был, Виталик, понимаешь, там был краш какой-то. Они просто откатили все на день. Короче, это было в мае, его заебали. На день откатили, то есть все достижения, все шмотки и прочую хуйню, которую получил персонаж в этот день, их полностью откатили и не смогли установить. Поэтому дали по 300 бонусов на каждый аккаунт, который был в игре. Сань, дай фласку, пожалуйста, одну. Какую? Наш ПД. Не, у меня ее нету, блин. Рубиновое свечилище. У меня припоты только. Фласк нету. Дай обмен, мне я тебе дам, говорю. Давай, спасибочки. Только у меня голды нету. Поставил почту. Поставил джихса, блять, говно. Мама, ставь Белран. Портал Белран, поставь. Да, трэш ем, да, ничего. Да, не на тебе, Ру. А че на мне? Да, кто еще? Я если один раз это рели, вы всегда будете заставлять. Я пас. Мне неудобно за БДК сейчас сырыли. Ну давай, ладно, попробуем. А что давай там? Не-не-не, дох не войд. Тебе надо пырыли, только беру вторую фазу и то сказать вход. И все как бы. Так, первая пати тьма, все остальные свет, рискат танчит первую фазу, а не, момента море танчит первую фазу и тьму, конус третью фазу свет, четвертая пати, кроме демона, остаетесь добивать больших, не, не так, сейчас поменяю. Момента море, ДД. Сейчас. С какого там ДД? Да не, мне кажется, лучше сову оставить, слышь, в этом. Первый день, блядь. Какой КД вообще? Не-не, пусть сова во тьме будет. Обидка. Так, посмотрите сейчас четвертую пати. Я поменял, чтобы у нас не было недоразумений. МД, Макси и Кокосина хилят тьму. Кокосина диспелит везде, где она есть. Третью фазу диспелит Crazy Brain. Блять. Че еще? Я по диспелю. На... Давай. Все хорошо. На второй фазе заливаете ману МД, на третьей фазе заливаете огурцу. Хотик, зальешь МД ману на второй фазе, как только зайдем во тьму. Мизантроп чуть попозже зальешь, перед выходом уже ближе. Ну и на третьей фазе, как откадышится, сразу огурцу заливаете ману. Чек надо пронести. Десер. Все, все готовы, заходим за линию. А стоп. Кулак. Поставь на себя. Ой, а дайте это по ШП кулак, пацаны, пожалуйста. От души. Да, лосиста тебе, Дима. На тебе звезда поставлю сейчас, секундочку. Все, начинаем. Мизантроп метка. Перебежали. Тернити метка. Котик.
перебежали. Заходи сразу. Зашли рейд. На ХП, конечно же, крикнули. Заходите. МК. Что быстро привели? Да, я что-то не ожидал тоже. Выходите в свет. Джиндал. Джиндал. Свету раздали. Отлично вышло. Котик. Перебежали. Пец. Во тьме дали рассвет, блин, трэш. Гро, гро! Это не агро было. Падаем. А что это было? Это таунт был. Ну, я... За секунду до этого давал в него ВЛП, второе место было 50%. Это был таунт, наверное. Что? Смотри, кому их сохранился. А кто бы таунт мог нажать? У нас цвету только точняк мог таунт нажать, либо какой-нибудь друид. Это либо дыхание, как во тьме тогда было. Не, он типа развернул. Агро не было. Второе место было 55% по агру. Ну, никак не мог набрать агру. Не, вряд ли. Когда банк с дыханием, он не поворачивается. Он сдвинулся, да. Халион, ну, сдвинулся. Кого в таргете выбрал, когда повернулся? Я большого выбил. У меня просто нету на КД таунтов, чтобы сказать, что это я. Там нет таунтов. И что, даже в этом в схаде по урону. Поставьте мамонта. Не, ну таунты у меня есть, у меня где мелкие ловлю, у меня по-любому есть таунты. Я только после рейда смогу сказать, я комбатлог записываю, я могу потом посмотреть, но сейчас неизвестно, что это было. Насрать это, давайте бафцы заново. А что ты делаешь? Комбатлог записываю. Комбатлог записывает, понял? Ставьте маму. Фим играешь террористов или за альянс? Ну, за ментов надо. За ментов, да. За этих. Ух ты, я уже даже забыл. Контера и терики. Спасибо, Лёх. Фурики, напоминаю, перед заходом в тьму подходите ближе к танку, кричите на ХП и заходите потом во тьму.
поэтому Рик скажет, что не хватает. Горн, дайте ДК. Готов. Сидячим. Пристабаф нормальный дайте. Кто-то дал низкого уровня пристабаф. Посмотрите у себя на панели. Не злой. У меня даже есть подозрение, кто это. Это не я, Виталий. Я не на тебя. Причем зачем ты постоянно провоцируешь меня? Я не на тебя подумал. Все готовы? Начинаем. По-любому это Серсей. О, опять жарён, да? Да, с Бабафовым стал как жарён. Нет, тут есть отличие Серсея, Хоп и Бабафов. Породистая метка. Перебежали. Точняк. Оптимус метка. Перебежали. Выходи сразу в авары, крик на хп, после этого заходите. Заходите во тьму. Виталий, зачем ты это делаешь? Далее, Рус. Беги! Вот метка. Перебежали. Гимн на хп отдам. Нормально, я прожал. Мастер Аур. Бейте мог бы. Или я срезку, да? Мы с тобой вдвоем всего дали. Восьми дайте рост. Фейкаст нет. Идите, звездочку. Килам, только во тьме фридом давайте. Перебежали. Перебежали. У нас бейра нет? Нет. Свет, стопните, бейте могут.
мизантроп под ним. Д сам станешь. Сейчас, но я не понял, как я умер. Да, блять, встанешь или нет? Встану, встану. Вставай. Огонь пройдет. Понял. Там себе. Скажите, когда затем. Мизантроп, подними Этернити, быстрее. Приходи. Перебежали. Я что, не говорил ему поднять, что ли? Нет. Так, вроде же говорил. Алина, дай им огурец поставьте там. Мизантроп, ну подними ты его. Да он будет что? Да нормально, он подойди к хвосту и поднимай его. Давай я в вайтфон зайду. Слышу, скажете, когда зайти ему, подхилите его. Свет не бейте, босс. Подождите. Тучки, заходи, злой, тучки. Нет, КД тучка. Перебежали. Они заходи. Ходи. Бейте, иди заходи. Свет только трэш бейте, хрена не бейте. Так все делаем. Перебежали. Дайте манам, дай карта. Свет стоп, свет не бейте босса. Ждите 50%, потом добьем. Все, добиваем босса. Перебегатели, давайте. Че ты стоит, ты упырь какой-то? Гонишь? Я тебе ману давал, уёбок, блядь. Ой, соли. Из-за тебя лук плохо и падает. Я 30 взрывов.